Впервые в Покачах состоится ярмарка внешкольного образования. 27 августа в 17:30 в детской школе искусств пройдет мероприятие для мальчишек и девчонок, а также их родителей. На нем все желающие смогут познакомиться с работой спортивных секций, волонтерских движений и других организаций. В холле учреждения гостей встретят специалисты ДШИ, спортивной школы, Центра семейного устройства «Счастье в детях», «Вектора доброты», студии «Два жирафа», добровольцы «Красного клевера» и молодежного информационного центра. Это мероприятие поможет школьникам определиться и найти занятия по душе.